nostre utenti. Спасибо, мастер пресса и ведра. Спасибо, господа, просьба расслабиться. Идите на левый край сцены. Всем тем же составом на левый край сцены. Спасибо, долгий с Богом. Долгий с Богом. Спасибо, друзья. Ценю вас. Спиной все этим двойным лицом сзади. Спасибо, широчайшие. Спасибо. Трицепс с левой руки. Спасибо, мастер пресса бедра. Спасибо, господа. Расслабьте следующее сравнение номер 53, номер 60. Спасибо, грудь вместе с боком. Спина к сути, вдвойной лице сзади. Спасибо, широчайшие. Трицепс сбоку, с любой руки, трицепс сбоку. Спасибо, мышцы пресса и бедра. Спасибо, господа. Пожалуйста, вернитесь на свои места в линии. Первый раунд выступали спортсмены.
бронзовые медали. Okay.ru, генеральный партнер соревнований, призы спонсоров, спортивное питание, серебряным призером становится Сорокин Сергей, Астраханская область, номер 71. Первое и второе место было определено единогласно. Сорокин Сергей, серебряный призер. Ну и победителем вот этим России, в который раз Кескин Александр, Санкт-Петербург, номер 318, потому что будет Борису Васильеву подняться на сцену, получились медаль за воспитание чемпиона. 136-й по счету, я точно помню. Борис Борисович Васильев, если слышит, кто-то смеялся. Спасибо, ребят, проходите за кулисы, тем, кто не попал в шестерку, шесть лучших остается на сцене. Мы награждаем следующую категорию.